Всем привет! Сейчас мы будем разыгрывать два телефона с помощью вот такого сервиса случайного выбора. И для начала надо найти мое видео, которое называется «Я Дед Мороз». Вот оно уже и высветилось само. И взять на него ссылочку. Так, копируем и вкидываем ссылочку в этот сервис случайного выбора победителя. Поехали! Очень много человек приняли участие. Я сейчас даже волнуюсь, кто же будет победителем. Татьяна Бирюкова. Брат говорит, что вы обманываете, я ему говорю, что выиграю. Татьяна действительно могла бы выиграть, если бы она выполнила условия конкурса, написала здесь свою соцсеть или Инстаграм, как я просила. То есть, чтобы я знала, куда ей написать, а так я понятия не имею, где Татьяну искать. И, к сожалению, придется повторять розыгрыш. Сейчас мы разыгрываем красный телефон. Анютик Мяу, спасибо, что обожаешь канал, но стоило все-таки написать здесь свои контакты, чтобы тебя найти, и ты бы выиграла телефон. Желаю всем удачи, надеюсь, смартфоны выиграют те, кому действительно нужно. Очень жаль, что это будешь не ты. Я нашла Настю в Инстаграме, здесь есть как позвонить. И сейчас я попробую это сделать. Кому не обслуговується? Будь ласка, зателефонуйте пізніше. У Насти написано «подписаться в ответ», поэтому я думаю, что это она, именно моя подписчица, раз она на меня подписана, правильно ж? И сейчас я напишу ей сообщение. Привет. Кажется, она прочитала. Сейчас посмотрим, что ответит. Здравствуйте. Как-то слабенько. Нечто пурово. Следующий вопрос. Ты смотришь мой канал? Конечно. И участвуешь в конкурсе?
Да. Ну и последняя проверка на подлинность. А что мечтаешь выиграть? Если сейчас напишет красный телефон, будем радоваться и прыгать до потолка. Телефон. У меня как раз день рождения через неделю. Ну что, хватит мучать, пишем. Ну тогда поздравляю. Хоть заранее и нельзя. Пишу, надеюсь, твой красный телефон дойдет за неделю. Сейчас посмотрим, что ответит. Вы серьезно? Разве так шутят? Я выиграла. Пишу, это впервые такая удача? Да. Пишет, мне не верится. Выиграла, поздравляю. Теперь мне нужен адрес. Пиши адрес. Ну и чтобы Настя не сомневалась, что ей кто-то написал, а не я, тоже. Она это все увидит в видео, конечно же. Ну а мы возвращаемся к розыгрышу и сейчас будем разыгрывать синенький телефон. Победитель у нас Даринка 2910 Инстаграм. Живу в Львовской области, пишет. СМТ Великий Любин. Так, сейчас мы поищем Даринку в Инстаграме. Я нашла Даринку, очень милая девочка. Вот ее фотографии с мамой возле новогодней елки. Ну что, пишем ей сообщение. Привет. Я немножко подождала, она мне не отвечает. Ну, очевидно, не может же человек постоянно сидеть в Инстаграме. Я напишу ей, что она победитель. Ты выиграла телефон. И будем ждать ее ответа. Еще раз поздравляю победителей. И, конечно же, это не последний конкурс на нашем канале, поэтому... Участвуйте, подписывайтесь и смотрите мои влоги. А вот она и появилась. Пишет, привіт, як і що дійсно, но мені пощастило на українському языке. Я пишу синій. Сейчас посмотрим, что скажет на это Даринка. Я в шоці. Спрошу-ка я у нее, часто ли она смотрит мой канал. Ты часто смотришь мой канал? Таке буває. Конечно, бывает. Любой человек имеет шанс выиграть. Конечно, среди 1000 участников. Так, завжди. Я ваша фанатка. Очень приятно. Я написала спасибо и решила спросить, за что же она нас любит. Все же интересно, если человек фанат, то за что он любит тех людей, от которых фанатеет? Что-то очень долго печатает. Я волнуюсь. Вы дуже класні и дуже веселі. Классные и веселые. Напишем еще разок спасибо. Мы еще должны быть и вежливыми. Спасибо. Ну и напишу, пиши адрес. Пиши адрес. Все, теперь Даринка должна тоже посмотреть это видео и убедиться, что она действительно выиграла телефон. Дякую вам дуже, я про нього мріяла. Мріяла – это мечтала, кто не знает українського. А дякую – это спасибо. А может вам дать данные моей мамы? Я написала «давай», и Даринка прислала мне поцелуйчики. Пишу, и сейчас выйдет видео о твоей победе, пусть мама посмотрит. Потому что если бы мой ребенок где-то победил, ему бы написали «пиши свой адрес», я бы, наверное, сначала хотела убедиться в том, что он действительно победил,
А не, кто-нибудь просто хочет выяснить какие-то контакты у ребенка. А всем остальным хочу сказать, что надо все равно верить в победу, даже если сегодня это не удалось, то обязательно получится в будущем. Пробуйте. Видите, Даринка тоже не ожидала выиграть, но все получилось.